Олег 22. Давай лучше пиковую даму посмотрим. Давай нахуй. Давай нахуй посмотрим. Знаешь что? Знаешь что? Знаешь что? Всем привет. Запиши реакцию или шутку вместе со мной, и 10 лучших коллаб получат приз. А моя шутка такая. Я свою девушку называю КС, потому что она 1,6 метра. Хорошо. Вот мой анекдот. Звонок в зубную клинику. Я звоню, чтобы записаться к доктору. Я звоню, чтобы записаться к доктору. Извините, его сегодня нет. Извините, его сегодня нет. А когда его опять не будет? Блять, что? Че за? Ладно, это неплохо. Это плохо. Смотрите на него. Мне не понравилось. Ну сколько фильм? Сейчас. Сейчас после Twitch FM. Как его бомбило? Я пошутил. Смотри, это Франк. Сейчас мы приедем в самый дорогой ресторан. Здравствуйте, Анна. Спасибо, что воспользовались нашей услугой «Лицо под ключ». Обращайтесь еще. Я нахуй сейчас твоей маме, блядь, сука, лицо под ключ нахуй сделаю. Бесплатно нахуй. Мама за что? А я мама? Меня за что? Я мама? За что меня котлета? Охуела? Сука ты, собака нахуй. Подключи. Я упасть могу? Что это? Могу упасть. Том этот? Обалдеть. Том, блядь, Том Брайдер? Не можешь пополнить баланс в Стиме и бегаешь шарфом в инвентарь. Да иди нахуй. Промокоду. Ищи ссылку и промокод в закрепе или описании. Да, не, вообще не твое сообщение читала. Если что, ну так, на секунду. Радик, просто сказать привет, Айса. Просто привет. Привет. Что? Ты скажи теперь, блядь. На меня откликнется. Скажи. Стесняюсь я. Нет. Мой друг очень стесняется с тобой познакомиться. Чего ты сказал? Говорю, познакомиться. Пропорционально обратная ситуация была. Ты тут одна? Что? Ты тут с подругой? Да. Класс. Ярослав. Что там Карина пьет? Секунду, Хугардена напьет? Мне похуй, как Карина выглядит, мне интересно, что Карина пьет. Да какая алкашка! Я убрал маску, я девушке не подкатываю. Нам нужен пиз сейчас. Реально. Стой, ты случайно не видела моего друга Владислава? Нет, к сожалению, не видела. Блин. Но очень бы хотелось, конечно. Хотелось конечно, бы, да. Ну может, конечно, нужно, малыш. Не, ну реально. Ты сегодня зачастил меня снимать. Влюбился, так и скажи. Ну, так да, не... Ярослав, почти Владислав. Здорово. О-о-о. Поехали ко мне после концерта. Ты охуел! Так легко? Спросите вы. А я бы вот не поехала.
Ага. Не бойся, счастливый, да? Мне кажется, ему похуй, на самом деле. А я бы не поехала. Ну и ББ. Ну и пошел ты нахуй! Чё, так, стоп, вот это да-да-да, ага, вы... Пиздоболка. Вы серьезно? Бля, о боже! Как... Сколько мы лет с вами знакомы? Какой... Вот... Вы реально? О боже, о мой бог, вы реально, за какое пиво? За пиво, нахуй, я бы никуда не поехала, я бы пиво просто взяла, пуль-пуль-пуль-пуль-пуль, и всё нормально, куда бы я поехала? Бутылка пива и все. Вы что, ебанутые? Я вам что, за я вам что, блядь, за бутылку даю, вы ебанутые, вы что пишете такое, блядь? Я вам за бутылку пива рогатку, что ли, раздвину, а с Гришей смотрю видео, нет, конечно же. Нихуя. Охуеть, ноль попаданий. Да никуда бы я не поехала, а чего я, блядь, рекламу героина, попалась? Так. В смысле? Я вот его чуть растянул. В 30 лет, да, 10 лет назад бы поехала. Сколько у меня было 10 лет назад? В 17? Я осуждаю такую, я бы вообще никуда не поехала. Я в 17 лет, ебать, 8 часов нахуй, блядь, дома, сука. Надпись «Героин убивает» вот это. Ну я же умная женщина, блядь, взрослая. Ребят, я взрослая умная женщина, ну вы, ну куда я бы поехала? У меня что, головы нету на плечах? Я знаю себе цену, малыши, ну вы чё, ну куда бы я поехала? Куда мне, с кем? С рэперочками? Ну куда? Ты опытный. Сука, я пасечник, нахуй. Надеюсь, вы понимаете мои шутки все, да? Да, ко мне, блядь. Да? Я бегу, она за мной хуярит! А, теперь она ко мне, класс. О, бля. Видишь, вон стоит бокал? Да. Подойди, возьми любой из этих бокалов. Слева, который. Этот, хочешь другой? Нет. Мало ли, тот специальный. Только ты сам взял бокал? Да. Пойдем. Это чел, который жрет стаканы? Это наработка годами. Не, бля, я не хочу это смотреть. Да, он просто жрет. Он просто жрет. Я не могу это смотреть и слушать. Что? Вкуснятина, скид. Бля. Фу, он жует. Ебать, ёбнутый. Я не могу, мне просто плохо становится от такого хуйни. Бля, пиздец. А ты ёбнулся. Братан, там пиздец, да, мир ебнут. Еще должен быть, один с хитом должен быть. Тебе жалко бокал? Не, я просто не могу такое смотреть. Я твой МакТен тебе в сраку засунул и на курок! Блядь. А как он это делает, как реально? Я не понимаю. Не всегда будет все так, как ты хочешь. Это, кстати, ебанутый урок. Вот реально. Это очень пиздатый урок. А то ты, сука, вырастешь, вот как дети, которые растут в богатых семьях, где им ни в чем не отказывают. Вырастают дети, блядь, дураки. Все бокалы которые, фейковые. Нахуй, всю жизнь они думают, что им все чего-то должны. И у них все всегда будет. Да хуй там, блядь. Ого. Чего, дядя Лёша? Чё ты? Смешарик, розовая свинка Пеппа ты. А чё, новая, ничего не можешь придумать? А ты был крошем, сейчас ты уже свинка Пеппа розовая. Другалёк. Бля, ебать, Росик выпускает пинка в прямом эфире. Опа. А чё ты хочешь сейчас? Сироп. Ты маленький ещё. Мне капельку. Ну один даблкапчик. Ну даблкапчик один, да. Баба бабиш. Он что, хочет сипнуть линчика? Ну-ка, братик. Ну-ка, братик, где вы? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ебать, что, а что, серьезно, Ростик такой хуйнёк промышляет? Куда ты? Куда ты? Я вот рэпер, а ты кто? Брать, ну глоток. А ты кто, дружище? Норм тема. Хуй, я ни разу в жизни не пробовала такое. А ты кто? Кто? Я, братик, что-то... Какой мальчик красивый стоит, блин, вообще.
Любимый. Я братик, что-то, что-то. Прокатит, братишка, руки не прокатит. Ты серьезно? Ай, блядь! Давай сколько камер, как... Блин, это... Фу, что это? Это улей, ёбаный... Ближе, хорошо, попробуй. Попробуй раздавить его. Я не хочу это видеть, боже мой. Я не понимаю. Он долбоёб. Он долбоёб. Фу, блядь. Ебать, я не беседу. Да, блядь, что делать? Блядь, он будет сальто делать, что ли, блядь? Равшан, ты готов? А можешь? Косомаха не будет сейчас. А, он сделал ногу, что-то подпрыгнул, блядь, что это за хуйня? Равшан, ты готов? А, ебать, он что... Просто арбуз, съем его и всё. Алло? Алло? Куда смотреть, блядь? Я искал. Так, я Равшан тебе на максимум делаю. Короче, он сжался полностью, но никак не взрывается, понял? Так, собаки нет, чтобы его не убило, нахуй. Все, я запускаю его в космос. Вот снизу, чтобы я беру. А может... Ой, бля. Бля. Кулаком, головой. Стой, 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 у нас сейчас лопнет. О, привет, ебать. Шишечком? Ой, ой! Чё? Блядь, микрофон. Ебан может, о, блядь, он поёб нахуй! Треснул, пиздец. Марина. Чё? Чё? Лопнул, лопнул, лопнул! А чё он так странно лопнул? Он, блядь, у него ебать лопнул, как уебище. Подожди. Ух, ебать! Ты ж... Лопнул, как уебище. Ебать! Ебать лопнул, как уебище. Подожди. Ебать, Андрей охуел! Ему похуй. Головой, головой, головой. Удар! Пиздец. И съебался, да. Спасибо большое. Это не я подарил. Ты что, сдавал? Это не я подарил, реально. Сдавал. Да не мои цветы, да, сука. Конечно. Да подставили, реально. Сдавал. Перед пацанами поставили, спасибо. Подставили. Да, и да, цветы, да, да. Попишите, я же схаваю, блядь, ну конечно, да, блядь, Марк, нахуяр, блядь. Да не мои цветы. Блядь, да, нахуй. Обслужить, я же официант ебаный, я теку. Ого. Ого. О. С галочкой? С галочкой. Ну-ка. Кто такая? Кто такая? Ого. Ого. Ну, конечно, не такой реакции я ожидал. Привет. Привет, малышка, как дела? Привет, блядь. Привет. Ты заебался своим. Привет. А почему ты в разделе 18+, если тебе 11 лет? Ох, ебать. Осуждаю максимально. Осуждаю. Не поддерживаю, блядь, пиздец. Нихуя себе. Я вчера сижу ночью, блядь. Мне было нехуй делать. Я вот этой присоской ебучей вот так вот делал, поняли, на кожу. И у него вот из-за так, этого такая... присасывал, а на кожу стягивает очень сильно, и у меня после этого, оказывается, синяки остались. Это охуеть, оказывается. Сидит в куртке с полотенцем. С засосом на лбу, туалетку мотает. Не фрик, 100%. Блядь, что сидит картоху, жрет чисто. Левел на не чавкай? Прости. Привет, Стазик. Сегодня ты задрал планку ебанутости стрима как никогда высоко. Называть тебя фриком обижат фриков. Ты ебан... Когда тебе последний раз цветы дарили?
чат. Я не помню. А когда реально? На ДР? Фанат натуральный. У чела ник примат, блин. Вишенка will be fine. Реально. Видели? Вообще, я хуй не видел вообще. Это просто... Начал. Он вообще полетел. Покатался. Отправился в космос. Давай, смотри. Я люблю розы. Он ли роза? Высокие, большие, красные, белые, похуй. Хуёнь, просто розы люблю. Shut the fuck up, bitch! Bitch! Возразил. Все вместе порнуху смотреть. Посмотрите, о чем по кайфу. Прикинь, когда при порнухе я нажимал, понял этот стоп. Стоп? И чел такой сидит. Куда, ебать? Ария, ебать! Если бы это было разрешено правилами платформы какой-то, мы бы сами заходили, ну, такой хуйней занимались, заходили бы и что-то смотрели, и просто нажимаешь на паузу, и вы такие, сука, ты чё, блядь, давай ещё по паузе, нахуй, блядь, блядота ебаная, нахуй. Мы бы так все товари по-любому. Я зашла бы где. Сука, блядь. Ребята, я понимаю, я самый прекрасный мужчина в вашей жизни. Сегодня я хотел бы сознаться. Я гей. Да, не удивляйтесь. Фотографируйте меня. Хочу попасть на обложку Forbes. Самый богатый гей в мире. Это я. Да, могу вот так попозировать. Да, я. Возьмите, 10 кентов бегают. А что это такое? Это этот, как его? Забыла. А, нет, это что-то другое. Чего, блядь? О! Ой, охуеть их тут. Я думала, это как это там, куда типа voice заходишь и там. Как она называется? VR. Не, я. Гаррис Мод. Не, я поняла. Я перепутала с какой-то хуйней. Блять, боже, как она называется-то? Не Roblox, VR-чат. VR-чат, наверное. Да, VR-чат, ты заходишь туда, и там всякие разные локации можно выбрать. Там еще пятерочка магазин, типа Russian Location, всякая такая хуйня. Ну, я подумала, что это VR-чат, но. Мы там, кстати, заходили туда одно время. С Марком. Ты очень много, блядь. Блядь, у меня после скитался чехотка. Блядь, пиздец. Ебать их. Чё за хуйня, реально? Ну, я не до конца понимаю, как эта хуйня работает. Хуй знает. Нихуя себе, блядь. Охуеть. Точнее, дошли отношения до такого этапа, без Марка? Да, чтобы где? Я заходил и срал при ней. Понимаете, о чем я говорю? Хотя вот мы практикуем... Это самый ебаный период в отношениях, когда ты что-то стесняешься, ой, бля, фу, вот это, знаете, заводить отношения новые, это такая хуйня в плане, что... Это нужно заново, короче, к человеку привыкать, перестать стесняться. А у меня вообще раньше, сейчас я, ну, я не знаю, я хуй знает, короче, я просто давно уже, так сказать, такая женщина семейная. Не помню, но я помню, что у меня доходило это до того, что я не могла даже поесть при человеке. Некоторые девочки мне сейчас, наверное, поймут, ты стесняешься даже кушать при человеке. И ты себя чувствуешь максимально некомфортно, и когда ты просто встречаешься с парнем или, типа, ну, с девушкой, ты не можешь пописить при нем, ты не можешь, как школьники, короче... Я не знаю, у меня это было вплоть до, там, вот, 20 с чем-то лет, ну, я серьезно вам говорю, ну, мне нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к человеку, ты не можешь, там, типа, есть, прием, боишься как-то, что там что-то буркнет, ты боишься жевать, ты не можешь пописить, ты не можешь, уже не говоря про то, что ты не можешь покакать при ком-то, знаете, вы еще не живете вместе, просто встречаетесь, и вы просто, ты приходишь домой и такой, бля, типа...
О боже, можно расслабиться, расстегнуть ширинку, типа, сейчас я обосру весь толчок, сейчас я просто буду рыгать, балдеть, и ты так кайфуешь с этого. Вот реально меня это напрягало. Даже если мне человек нравился искренне, да, там, не то, что я там, бля, наконец-то я съебалась от него, а просто ты приходишь домой, и ты просто расслабляешься. И мне нужно овер дохуя времени для того, чтобы привыкнуть к человеку. И вот, вообще, это пиздец. Новые отношения — это... Ну, такое. Ну, типа, писание вместе. Ну, не то чтобы вместе. Только то у тебя такое? Писаю, не... А, нет, только за, у меня. За пенис, да? Пока я писаю, ей очень нравится. Вот, мне кажется, Марк всегда было похуй на это. Конечная фаза, вот, сбрасывает. Вот, когда она писает, вот, я тоже целую. Ну, прикольно, интересно. Ну, потому что особо я как ей помогу? Я, ну, могу предложить ей подержать ее на руках, пока она писает, знаете, как ребенок. Приходишь сразу... Не благодарите! Джефф! Блядь! Джефф, тут лягушки! Мне страшно! Открой! Блядь! Ебать! О, боже! Открой! Открой, открой! Уф, блядь! У меня, короче, рассказываю, это не woman moment. Я вчера выхожу к курьеру. И у меня Трик, кстати, хотел выйти на улицу. Ну, короче, я уже с ним погуляла и не хотела ему мыть лапы. Я его взяла под руку, ну, вот так вот, под мышку. Выхожу, чтобы забрать еду у курьера. И просто вот такая жаба сидит. Я такая, о, блядь! В темноте вот так включаю фонарь, и мне страшно, и она смотрит на меня такая... Я боюсь... Ну, вот кто-то напишет, и что? Я понимаю вас, я понимаю, что для это хуйня для вас. Я не знаю, почему мне стало так страшно, у меня... Я клянусь, чат, я вот так вот просто... И она прыгает в мою сторону, мне стало мерзко, страшно, она ужасная, пятнистая какая-то, фу, мразь ебаная, нахуй. Я вот так вот бегу с собакой под руку... И забираю заказ, иду и назад, и я понимаю, что у меня трясутся вот так руки и ноги, эта мразь где-то там сидит, я начинаю вот так вот ебашить в окно, Марк, Марк, орать, короче, и просто он открывает дверь, я говорю, там жаба, мне очень страшно, типа, пожалуйста, забери собаку, я просто зайду, мне типа, реально стрёмно, мне прям мерзко стрёмно, он такой выходит с фонарем, чё, где она, ебать, давай поймаем, я говорю, ты, сука, говноед, мне страшно, блядь! Какой нахуй, давай найдем ее? Он еще хотел ее в руки взять. Я думаю, о боже, лишая, блядь, вот такими пятнами на всю шею нам мало нахуй. Герпеса, блядь, в крови нам мало нахуй. Еще давай, блядь, бородавки нахуй на все руки от жабы, блядь, какой-то болотный ебучий, который с бомжами тусит нахуй. Вообще фэшн-набор. Чтобы вы понимали, дошло до большего пиздеца. У собаки есть полотенце серое, которое я вытираю лапы, попу, писю, морду после прогулки. У меня чел уже неделю вытирается этим полотенцем. Я не знаю, кто не в курсе. Я ему говорю, ты ебанутый. Это типа не шутка. Это полотенце для собаки, которая гуляет на улице, срет. Ну, там, блядь, на улице. Даже если я помыл ей лапы, все равно. Ну, типа, это собака. У нее свои всякие там бактерии и так далее. У меня чел вытирается этим полотенцем. До сих пор. Я ему говорю, вот просто, вот сейчас лежит стопка постиранного белья, полотенец и так далее. У меня мужчина вытирается собачьим полотенцем. Ну, это просто пиздец. Он мне говорит, мне похуй. Мне, типа, нормально после Трикса вытираться. А чего жаб бояться? Я не знаю, ну, бля, она так прыгала. Я побоялась, что она до меня дотронется. Фу, чат, мне так мерзко от этого стало. Честно, клянусь. Вроде бы никогда не боялась жаб, но мне как-то было стрёмно вчера. Ебать, она умная. Кто? Собака? Ну, Швепс есть у меня. Нихуя, блядь. Швепс? Трикси, Кромс, Кентик. Ой-ой-ой. Ебать, там какая сумма? Откуда такие деньги? Убери. Аккуратненько, блядь. Это на тонировку, чтобы отдать денег, понял, когда меня останавливают? А, да. Лежат, типа, ты взятку типа даешь? Какая взятка? Какая взятка? Осуждаем тебя. Я плачу штраф на месте просто. Как
песку. И когда я внутри тебя, то ты кричишь: а-у, да, я тебя хочу. А-у, да, я тебя хочу. А-у, я хочу туда к вам. Я не сую уже в 3 лет. Не вижу, что ты представишь, это ты сон не трепет. Девочка, мать, ноги размером с двух невест. Нет, ничего, здесь сам себя как достигнет. Ты сук ебатель, он больше сладов. Не дожди, ты снова выпиватель. Бля, как же охуенно. Йоу! Йоу! Полетели нахуй! Возвращайтесь! А, нихуя! Нихуя! Охуенно. Ебать, он... У меня голова закружилась. Маленькая дать влюбилась, потому что я музыкант. Гадем. Вот это папа. Здравствуйте. Я не просто высказан с этим согласием, а я конкретно отказываюсь от реальности. Ого.